Здравствуйте, в эфире телеканала CBC еженедельная аналитическая программа «Час предпринимателей». Ее ведущая Хайл Мамедова. На этот раз у нас особенный выпуск. Передача уходит в краткосрочный отпуск до сентября. Перед этим мы подведем некий итог нашей работы. В нашей программе «Час предпринимателя» исполнилось 5 месяцев. Достаточно небольшой период работы был пройден. Однако непростой путь. В завершении сезона наша тема недели – итоги передачи «Час предпринимателя». О достижениях и предстоящей работе говорим с нашим ведущим экспертом, идейным автором передачи, депутатом, членом парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, доктором экономических наук, профессором Руфатом Гулиевым, заведующим кафедрой экономика Русской экономической школы ЮНЕК, доктором экономических наук, профессором Муслимом Ибрагимовым и предпринимателем Анаром Мамедовым. Здравствуйте, спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Предлагаю посмотреть небольшой видеорепортаж, рассказывающий о том, какой путь прошла программа «Час предпринимателя», кому посчастливилось стать участником передачи и какие вопросы чаще всего выносились на обсуждение. Здравствуйте, в эфире телеканала CBC. Первый выпуск программы «Час предпринимателя» вышел в эфир телеканала CBC 3 марта. И первая тема – мораторий на проверки бизнеса. В качестве экспертов вместе с депутатом Руфатом Гулиевым выступили Фархад Саттаров, член коллегии адвокатов Азербайджана, и доктор экономических наук Эльшат Мамедов. В первом выпуске программы мы рассказали о развитии предпринимательства в Мишлинском районе страны. В районе выращивают хлопок, сахарную свеклу, помидоры, развивается животноводство и птицеводческое хозяйство. Во второй передаче мы говорили о регулировании налогообложения в сельскохозяйственном производстве и содействии в регионах самозанятости граждан. Развитие малого и среднего бизнеса было показано на примере Ленкоранского района. Третий выпуск «Часа предпринимателя» был целиком посвящен ответу на вопрос, какие налоги должны платить предприниматели. А также рассказали о развитии предпринимательства в Лирикском районе Азербайджана. Начнем с Фархада Саттарова. Член коллегии адвокатов в передаче «Час предпринимателя» мы говорили о роли профсоюзов в развитии предпринимательства. Совершили небольшое путешествие в Шикинский район Азербайджана. Сообщили о том, как иностранному гражданину открыть бизнес в Азербайджане, какие возможности сегодня перед малым и средним бизнесом открывает IT-индустрия, а также показали репортаж о социально-экономическом развитии Балаканского района. В ходе передачи «Час предпринимателя» обсудили бизнес-план дизайн-студии, заглянули в Игузский район Азербайджана, узнали, чем там живут представители малого и среднего бизнеса. Рассказали о комплексе объектов недвижимости, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, на примере Шамкирского агропромышленного парка. Говорили о развитии микропредпринимательства на примере Сабаильского района города Баку. Здесь
Узнали все о новом агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства. Для этого в студию пригласили исполнительного директора агентства Орхана Мамедова. Нам перед нами поставлена цель повысить роль малых и средних предприятий и их конкурентоспособности в экономике. Оказать поддержку, всякую поддержку их развитию, дальнейшему развитию. Рассказали, как трудоустроиться без опыта работы. Съездили в профессионально-образовательные центры. К этой теме мы возвращались неоднократно. Говорили мы об услугах логистики и грузоперевозок, восстановлении старых и строительстве новых растительных каналов для развития растениеводства и земледелия, о возможностях, которые открывают торговые дома Азербайджана за рубежом для представителей малого и среднего бизнеса. Обсудили критерии развития микро, малых и средних предприятий, о том, какие сегодня передовые технологии используются в сельском хозяйстве. В области консалтинга. Среди тем передачи «Час предпринимателя» значился и закон о лицензиях и разрешениях на ведение бизнеса, а также внедрение в Азербайджане новой модели службы занятости. Предпринимателя. Программа «Час предпринимателя» выходит в эфир телеканала CBC еженедельно по субботам в 22:25. А тем, кто не успел посмотреть, не стоит переживать. Передачу повторяют в воскресенье в 22:00 и в понедельник в 10 часов утра. Смотрите каждую субботу в 22:25. Мы с вами только что посмотрели и совершили небольшой экскурс в историю передачи «Час предпринимателя». Я думаю, господин Гулиев, вы не будете против, если мы начнем сразу с наших гостей, в частности, с нашего предпринимателя Энара Мамедова. Вот, Энар, как по-вашему, насколько важно наличие таких передач на телеканалах для развития малого и среднего предпринимательства? Это очень важно, потому что любая информация, любые образовательные проекты такого плана, это проект отчасти образовательный, потому что он дает информацию. Это всегда очень важно, и чем больше подобного контента, тем лучше. Что бы вы хотели бы видеть вообще? Вот, на самом деле в бизнесе и предпринимательстве очень много подводных камней, тех, о которых ты не знаешь, пока ты не займешься. У нас нет, к сожалению, каких-то... Чаще всего люди, которые занимаются мелким и средним бизнесом, это не те люди, которые прошли бизнес-школы. Потому что люди, которые прошли бизнес-школу, получили MBA, это обычно топ-менеджеры в каких-то крупных компаниях. Чаще всего люди, занимающиеся средним и мелким бизнесом, это самоучки. Соответственно, они должны получать откуда-то информацию. Информации это нет. То есть мы все учимся на своих ошибках, мы учимся методом проб и ошибок. Чем больше вы сможете рассказать нам, предпринимателям, о том, что нам нужно делать. И вы для того, что... вместе с нами. То есть и мы вместе с вами, да? То есть для того, чтобы избежать тех или иных подводных камней, понять, как, допустим, очень многие компании и предприниматели не знают, как участвовать в тендерах, где получать информацию о тендерах, как обеспечить прозрачность, как работать в рамках вот этого нашего налогообложения. Все эти вопросы должны быть освещены. И для каждого сегмента... Я думаю, есть какие-то свои нюансы, которые вы можете затронуть, пригласить экспертов и рассказать об этом. Потому что в моей сфере, в сфере рекламного бизнеса, там совершенно другие аспекты деятельности. В сельском хозяйстве они совершенно другие. Где-то есть эксперты сельского хозяйства, где-то есть эксперты в области рекламы и развития креативной индустрии. И было бы здорово, если бы... были, может быть, не подразделены. То есть, как я заметил, у вас разговор, речь идет в основном о региональных каких-то, то есть вы освещаете те или иные регионы. Если бы был
были затронуты сферы бизнеса, то есть креативные сферы бизнеса, продакшн, работа с металлом, я не знаю, you name it. То есть это было бы очень круто. Вы сам самоучка, получается? На самом деле нет, я учился по коммуникациям, и моя нынешняя деятельность, она очень тесно переплетается с тем, что, чему меня обучали. Я не самоучка, но именно в сфере бизнеса и ведения бизнеса. Разумеется, я учился сам. А вот если бы был раздел реклама, как вы предлагаете разделить по темам, да? Я думаю, что посвятить передачи не столько регионам и рассказу о регионах, сколько рассказать о разных сферах именно и чем интересно и чем опасно. Какие есть риски, какие преимущества в той или иной сфере, потому что бизнес всегда сопряжен с рисками. И мы должны понимать, какие это риски, какие требуются инвестиции. Предположим, кто-то хочет заниматься бизнесом. В чем наша задача? Наша задача в создании довольно большого количества возможностей и привлечении людей к занятию бизнесом. Потому что здоровый бизнес оздоровляет экономику. То есть наличие конкуренции, наличие новых – это все налогоплательщики. Наша задача сделать, показать, что есть возможность заниматься частным бизнесом, что это не так страшно, но в то же время упредить о том, что есть определенные риски. Еще один такой вопрос, Анар. У нас есть WhatsApp-номер программы, okay. по которому к нам обращаются телезрители, предприниматели, люди, которые хотят начать заняться бизнесом. Если бы вы обратились по этому номеру, WhatsApp номеру программы, я напомню, это +994 77 780 18. Что бы вы написали? Что бы я написал? Я думаю, что я на самом деле обратился по этому номеру только в том случае, если бы у меня была проблема, для того, чтобы мою проблему осветили и рассказали о ней. Потому что чаще всего мы доверяем людям, которые могут сказать за нас, людям, которые услышат. Я бы, наверное, написал в том случае, если бы в моем бизнесе появились какие-то проблемы, которые я самостоятельно решить бы не мог. Извне, скажем так. Спасибо, Анар. Господин Ибрагимов. Ну, в самом деле, конечно же, радует, что в эфире появилась специализированная программа, которая непосредственно освещает проблемы, возможности предпринимательства, поскольку огромное количество различных передач, которые освещали проблему предпринимательства, достаточно фрагментарно. И мы сами видим, что эта проблема, эта сфера, она бездонная. То есть здесь очень огромное количество, огромное, скажем так, многочисленные направления, связанные с вопросом предпринимательства. Но я думаю, что в течение 5 месяцев передача выполнила одну из самых главных задач. Во-первых, ну, мы понимаем, что все-таки производство, скажем так, продукции, оно основано на двух факторах. Это общественное производство и индивидуальное производство. И как раз-таки передача смогла решить вопрос некоторого такого переплетения, скажем так, общественной продукции производства, то есть это институциональная, да, составляющая предпринимательства, и само по себе индивидуальное производство — это есть тот самый, как скажем так, предпринимательский фактор развития экономики. Это самое главное, я так думаю, что вот, поскольку есть определенная проблема, когда бизнес очень менее, скажем так, отзывчив на те изменения, которые происходят в институтах, ну, имеется в виду все-таки это, конечно же, государство, как государство поддерживает бизнес, и очень часто, как вот сказал мой уважаемый Анар Мярин, что предприниматели не получают вот эти вот импульсы по той простой причине, что информации как таковой, в принципе, просто не доходит до них. Просто не доходит до них. И это связано со многими причинами. Первая причина — это то, что каналы информации, они несколько ограничены, а вот как раз-таки эта передача, она несколько решила эту проблему. А с другой стороны, конечно же, есть проблема, связанная с образованием, да, имеется в виду, что не просто с образованием, а с предпринимательской грамотностью. То есть как предприниматели воспринимают ведение бизнеса, поскольку очень многие считают, что начало предпринимательской деятельности основывается именно в наличии, скажем так, предпринимательского таланта и соответствующих, скажем так, финансовых ресурсов.
Но в то же самое время есть еще другой, третий фактор. Это информация, это и влияние, и, скажем так, отношение государства к предпринимательству. Как государство поддерживает само по себе предпринимательство. Предпринимательство в различных отраслях, они отличаются, но в то же самое время каждый день для предпринимателя он отличается друг от друга. Каждый день дает новые какие-то возможности. Есть неожиданные возможности, которые, в принципе, предприниматель может не увидеть. И это самое, и как раз-таки вот эти вот неожиданные возможности передача может показать предпринимателю. Допустим, возможности приобретения финансовых ресурсов. Очень часто есть только один какой-то канал, допустим, банковская сфера, и, допустим, и все ограничивается на, скажем так, процентных ставках и так далее, и появляется проблема ограниченности финансовых ресурсов, что, в принципе, является самой главной проблемой на сегодняшний день для предпринимательства. И как раз-таки передача «Предпринимательский час» показывает несколько источников финансовых ресурсов, финансовых источников для предпринимательства. Мы совершили экскурс, да, в историю передачи «Час предпринимателя», но помните, с вами мы беседовали чуть раньше, в конце февраля, до старта передачи, которая, да, началась, да, в марте. Тогда на вопросы об основных целях и задачах программы «Час предпринимателя» вы ответили, что программа прежде всего будет показывать и рассказывать о том, как развивается микро, малый и средний бизнес. Если брать по 10-бальной шкале, да, насколько вы оцениваете достижения программы «Час предпринимателя» за период деятельности, за 5 месяцев? Начнем с того, что я бы оценил бы где-то между 5 и 6 по 10-бальной системе. Скромно. Да, ну, что делать, являясь, так сказать, идейным автором передачи, надо не слишком завышать. Самооценка тоже должна быть. Значит, я бы начал бы немножко с другого. Во-первых, неожиданно получилось так, что на наш телефон, кстати, вот вы сами несколько раз это подчеркивали, начинают больше обращаться не только из Азербайджана, но и из других стран мира. Да. Вы говорили, что писали, значит, из Египта, из Ирана, да, из Турции, из Украины, России, Прибалтики, европейских стран, Казахстана и так далее. Это очень отрадно, очень радует. Я хочу сказать, что и на Западе, и в той же Европе, и в Азербайджане уже сегодня, значит, вот эти индивидуальные, скажем, специфичные в каком плане? В том плане, что вам скооперироваться с другими такими же компаниями, наверное, большей частью смысла нет. Вы сами производите идею. А идея – это творческий процесс. То есть, скорее всего, вам интересно работать, сказать, более обособленно, более индивидуально, чтобы это было именно ваш почерк, ваш стиль, ваш продукт. Не совсем согласны? Не то, чтобы не совсем согласен. Привлечение возможно, но оно не даст никакого эффекта в любом случае. То есть все дело в индивидуальности, все дело именно в подходе, и все дело в том, что если говорить о размерах нашего рынка азербайджанского, я, к сожалению, могу говорить только о той сфере, которой я занимаюсь, то есть я не знаю ничего другого. Рынок очень маленький, он небольшой. Кооперироваться здесь с кем-либо для того, чтобы... для чего? То есть нет цели. А кластер? Объединиться? Зачем? То есть мы работаем с местными компаниями, мы работаем с крупными компаниями, и у нас в нашем портфеле довольно крупные местные корпоративные клиенты. Объединяться с кем-то для чего? Нет клиентов крупнее, с которыми мы бы не могли работать. Это немножко сложно. А помочь кому-то? Зачем? Если позволите, я все-таки скажу. Дело в том, что такой подход несколько очень ограничен. В том, что все-таки клиентами, с которыми вы работаете, как раз-таки те самые клиенты, они имеют кооперированные отношения с другими предприятиями. И когда они производят какую-то продукцию, да, в этой продукции участвует несколько компаний. Разумеется. И хотите вы этого или нет, но работая с одним клиентом, вы непосредственно, косвенно будете, скажем так, соприкасаться и с другими, скажем так, партнерами вашего клиента.
То есть здесь достаточно такое вот, когда, допустим, идея возрождает, то есть имеется в виду, что она формируется в вашей компании, и эта самая идея покупается какой-то компанией, то это же, в этой же самой стоимости, да, находятся и другие компании, партнеры. И поэтому вполне возможно, что партнеры этой же компании будут также использовать ваши идеи для своих, скажем так, для своей дальнейшей деятельности. Имеется в виду, что все-таки, когда предприниматель сегодня работает в одной сфере, если даже вот, разговор идет о том, что все-таки рынок у нас, хоть и быстро растущий, но все-таки маленький, ну, такая специфика, понимаете, в том, что все-таки приходится анализировать и состояние в других рынках, состояние, скажем, и других компаний, предприятий и так далее, то есть другой совсем, специфику другого совсем бизнеса, для того, чтобы остаться здесь на плаву. Да, здесь я очень извиняюсь, да, здесь не надо, я думаю тогда, не надо мешать процесс, механизм с результатом. Имеется в виду процесс, механизм, кооперация или создание кластеров, или сообща и так далее. Оно делается для того, чтобы производить. Неважно, это может быть услуги, может быть, значит, скорее всего, это товары. Так, а результат, то есть оказывая, значит, результат, то есть заключая контракт, вы это имеете в виду, насколько я понял, заключая контракт с одной компанией, у тех компаний есть другие там компании, это понятно. Но здесь весь вопрос заключается в том, что мы немножко отходим от темы наших сегодняшнего обсуждения. Естественно, у нашей, если вы не против, я хочу вот вернуться, так сказать, к лейтмотиву нашей сегодняшней встречи. Естественно, у каждой программы есть цель, есть механизм и есть, значит, целевая аудитория. Наша аудитория, мы на сегодняшний день, может быть, ну, довольствуемся этим или согласны с тем, что у нас в Азербайджане смотрят несколько десятков тысяч человек, но, естественно, мы хотим, чтобы наша целевая аудитория была более широкой, диапазон был более широким. Да, нам приходится сейчас отвечать на самые необыкновенные вопросы, начиная от того, что как начать бизнес. Да, консультации просят по самым разным вопросам. Да, давайте мы так сделаем. Да, вопрос о найме на работу, вопрос о правилах игры на рабочем рынке. Я всегда это говорил, что у нас рыночная экономика, при том у нас не просто рыночная экономика, у нас либеральная рыночная экономика. То есть в этом случае, хотя и я сторонник того, чтобы, значит, государство, как уважаемый профессор знает, это кейнсианская теория, когда государство сильно вмешивается, так сказать, в экономическую жизнь страны. Я сторонник этого. Но, тем не менее, в принципе, сам рынок, он либерален. То есть и здесь, как всегда я говорил, есть покупатель, есть продавец. Всегда. И спрос и предложение. Эти законы никто никогда не отменял. Значит, что у нас? У нас есть очень много обращений по поводу трудоустройства. Да, трудоустройства. Значит, мы давайте сделаем таким образом. Одну из наших передач, хотя мы этот вопрос, к этому вопросу будем постоянно подходить. Да, то есть мы не можем посвятить одну передачу, все равно нам будут поступать сообщения. И игнорировать не можем, потому что люди обращаются, надо людям помочь. Хотя, Хайла Ханум, наша передача, в принципе, идея, как вы помните, когда мы говорили, помочь. Была... Да, помочь предпринимателям. Помочь предпринимателям, но к нам обращаются по вопросу трудоустройства. Анар, вы сами когда начали работать? Сколько вам лет было? По-моему, 16 или 17, я не очень помню. С чего вы начали? Это было очень странно. Я, как и все дети в 90-х, я работал в интернет-клубе. Этим занимались тогда все. Я почему спросила и такой вопрос задала? К нам обратился один из телезрителей. Просто я не могу не зачитать его обращение. Это студент. Ему всего 17 лет. Этот молодой человек спрашивает, где найти работу гражданам, вот, которым, как ему, 17-16 лет, и они хотят устроиться на работу, поступили только в ВУЗ. И так получилось, что поступили на платное отделение. Okay. Они хотят работать и, соответственно, зарабатывать, чтобы оплачивать свою учебу.
Вот очень похвальный мюзикл. Да, куда ему обратиться, что очень ему сделать? Вот он несколько раз написал за эту неделю, за прошедшую неделю, и попросил, что я вас очень прошу, помогите, что мне делать, куда обратиться, чем заняться. У меня нет опыта. Ну, проблема, в общем-то, довольно-таки непростая. Во-первых, если взять во внимание то, что... Он спрашивает даже... Да, простите, господин Ибрагимов, он спрашивает даже не только за себя. Он спрашивает за всех тех молодых можно людей. Можно я вмешаюсь, я расскажу, да. Да, господин у нас, Гуриев. Я очень извиняюсь. Значит, мы как-то говорили с вами за кадром на эту тему, да, что я хотел пригласить, значит, сюда генерального директора Макдональдса. У нас был с вами такой разговор. Я с ним говорил, он был за границей, но мы его обязательно пригласим. Значит, и у Макдональдса, и очень многих групп, таких больших компаний, есть специальная программа. Программа для молодежи. В чем суть программы? Если наш уважаемый вот студент, который мне очень нравится, хотя я его заочно о нем слышал, да, значит, он может обратиться, они принимают, именно принимают на работу, вот у них целевая, значит, люди, которые по целевым работают, это в основном студенты, то есть у них есть основной костяк работников, и они берут студентов, которые могут приходить в различные время, отработать свои там 5, 7, 8 часов, кстати, скользящий график работы, кстати, очень приличное жалование. Кстати, бесплатно кормят и все эти медицинское страхование и так далее, там подобное. Я считаю, что никогда не зазорно, тем более студенту, работать в такой престижной компании, как Макдональдс, как другие компании, которые действительно проводят эту программу. И оно проводится не только в Азербайджане, оно проводится даже в Соединенных Штатах Америки. Я слышал, что некоторые наши студенты, которые учатся, они все трудовую деятельность именно начинали вот в таких вот именитых компаниях, ресторанах, значит, быстрого питания. Почему? Потому что они практически работают круглосуточно. Почему? Потому что там нужны, в принципе, молодые ребята, которых реакция... Могу я спросить просто одну вещь? Мне кажется, посылая студентов работать в Макдональдс, мы совершаем какую-то очень чудовищную ошибку. Потому что я учился на журналистике. С первого курса я работал по профессии, работал в газете «Зеркало» в отделе культуры. 7 лет я отработал в журналистике. Я думаю, что тот опыт, который я получил там, да, я работал на очень маленькие деньги. Тот опыт, который я получил там, дал мне возможность в дальнейшем двигаться куда-то, потому что я получал профессиональные навыки. В какой группе учится студент? Какой факультет учится студент? Он не написал. Он не написал. Если посылая нефтяника в Макдональдс или посылая учащегося туристического университета, я не знаю, институт, как он у нас называется, работать в ресторан, мы отсекаем себе будущее. Мы и опыта не будет. Мы не даем им набраться опыта, если и не даем им развиваться. Да. Вы правы, но дело в том, что когда обращается человек, если бы он сказал, вот, допустим, если он строитель, мы могли бы ему посоветовать пройти какую-то крупную компанию, и я сторонник того, чтобы он предложил свои услуги, просто чтобы работать рабочим. Вопрос стоит в том, что это не отсекается. Нефтяник, он может, если его примут там куда-то, опять-таки его возьмут не более чем рабочим, разнорабочим, кем-то там сторожем и так далее. Да, господин Гулиев. Анар, вот вы сами взяли бы студента, которому 17 лет, и который, к примеру, учится, да, именно если по профессии. Если он учится, да, по смежным сферам моей деятельности, разумеется, потому что легче вырастить кадры всегда самому, среднему мелкому предпринимателю легче вырастить, чем нанять, потому что все упирается в ограниченность средств. Если у тебя нет денег на то, чтобы ты платил специалисту, я не знаю, международного уровня, если у тебя нет в зарплатном фонде там 5-6 тысяч на одного специалиста, как к нам приходит, допустим, человек, я говорю, хочу найти работу, там, я умею вот это, вот это, вот это. Он overqualified для нас. И он стоит, предположим, ну, мне предлагал человек устроить ко мне на работу, 2500 долларов. То есть он хочет зарплату. У меня нет зарплаты за арт-директор, допустим, 2,5. Это довольно солидно. 2500 долларов. Да, да. Но я могу, для мира тоже. Я могу вырастить человека, то есть взять студента. И да, разумеется, он дотянет до этого уровня через несколько лет,
Но, по крайней мере, я знаю, что это кадр, который, во-первых, лоялен ко мне. А лояльность в нашем деле значит очень много. Лояльность вообще всегда. Лояльность твоих сотрудников к тебе – это огромный плюс. Потому что если все-таки да, позволите, да, я да, как раз разговор идет о студентах, это непосредственно, как говорится, наша сфера. И, вы помогаете вот мы, им как-то? Здесь разговор идет не о том, что мы помогаем. Мы их учим, во-первых. Да? Они студенты. Вы учите, у них статус студента. То есть, по сути дела, студент – это человек, который должен быть на занятиях, должен приходить на лекциях. Но он, скорее всего, будет работать свободно. Я сейчас объясню. Да? Нет, дело в том, что как раз-таки здесь появляется очень много проблем. Да? Если в советское время говорили, что я учусь и подрабатываю, то на сегодняшний день появляется проблема, что я работаю и подучиваюсь. Да? Большинство такая проблема выходит, что, извините, я должен идти на работу. И как раз-таки очень часто фирмы, компании, они загружают студента столько работы, конечно же, платят намного меньше, чем людям, которые являются специалистами. И в конце концов появляется такая проблема. Студент работает, у него нет возможности учиться, то есть у него, в принципе, он устает и так далее, и тому подобное. И в конце концов он срезается, то есть он не сдает сессию. И, в конце концов, это получается такая непонятная ситуация. Мы сейчас не агитируем, чтобы все студенты... Я дальше скажу. Дело в том, что есть такая проблема. Нет, как раз-таки эта крайность есть. Во-вторых, все-таки нужно знать о том, что в университетах работает система практики. То есть это вот internship, да, которая вот после, когда человек, студент, после первого семестра четвертого курса, он вот в этом году... Наши студенты ушли на 3 месяца на практику. Это оплачиваемый? Это как раз таки здесь есть определенная проблема. Дело в том, что для того, чтобы взять студента на работу, да, это нужно с ним заключать трудовой договор. Да. А здесь уже совсем другая нормативная правовая, кажется, база. Если уже я беру студента на работу, это уже не практика, это даже уже не стажерство, это я уже беру на работу, я ему открываю трудовую книжку, я с ним, это совсем, уже совсем другой, поменяется совсем другой статус. С другой стороны, студент, который учится на очном, да, то он очник, каким образом он будет работать? Потому что, в принципе, он является студентом. Здесь идет другая проблема, проблема part-time jobs. Да? То есть, насколько, допустим, статус part-time jobs сегодня, скажем так, определен в нашем законодательстве, это, да, трудовом законодательстве. То есть, есть здесь очень много подводных камней, при котором, в принципе, как только студент устраивается на работу, в конце концов, он становится самым слабым звеном. Первая проблема в том, что он будет делать, да? Знаете, такое, альтернативные затраты. Или он будет учиться... становится хорошим специалистом, через 4 года он становится хорошим специалистом, или же второе, он отдает больше времени работе и учится плохо, и в конце концов становится плохим специалистом. Нет, господин Ибрагим, мы неоднократно говорили, что теория — это очень хорошо, но необходимо все же теоретические знания применять на практике. А как раз-таки здесь уже Анар Мялим хорошо говорит о том, что насколько, допустим, первокурсник, да, работает, это нормально. Я лично очень поддерживаю, потому что в американских вузах, да, я будучи вот в американском университете, почти, можно сказать, вот все студенты, они работают не только в сфере фастфуда, да, они и работают в университете. Почти 60-70% стафа университета — это сами же студенты. И в международном отделе тогда они работают, учатся, работают. Но у них, скажем так, учеба, да, она слишком flexible, да, то есть не так, как у нас вот в 9 часов начинается занятие, заканчивается, допустим, 1:30. И ты хочешь, не хочешь, должен это... Мы уже переходим к теме. Да, то есть это вопрос очень сложный, и ответить однозначно на вопросы студента, что да, вот так вот можно сделать, будет очень сложно, и поэтому я предлагаю просто посвятить вот одну из передач. А что нам сказать вот этому студенту? Студенту, прежде всего, нужно сказать о том, что он, в принципе, имеет возможность работать, но не во вред своей учебы. И плюс ко всему еще университет предоставляет, опять же, после на четвертом курсе, это второй семестр, 3 месяца но он практики. Он спрашивает уже, находясь на первом курсе. Это опять же, это очень индивидуально. То есть он может это делать, но у него будет проблема с тем, что он должен будет все-таки все время выбирать. У него все время будут альтернативные издержки. Нет, здесь я очень извиняюсь. Здесь еще вопрос. Давайте мы не будем слишком углубляться, переходя к другим темам. Да. Сегодня у нас 5-дневка в вузах. Правильно? Да. Значит, получается, что человек, даже который учится на дневном,
автоматически тот, кто учится на заочном, он уже работает. Да, это да, уже автоматом. Да. Значит, у него есть возможность вторая половина суток частично и суббота-воскресенье. Тоже, ну, скажем выходные. Так, частично, да, выходные. То есть он имеет возможность. То есть, скажем так, да, приоритетом ставится получение высшего образования. А если есть возможность вместо того, чтобы пойти просто тратить свободное время где-то, лучше уже подрабатывать, скажем, целиком одну субботу или субботу-воскресенье и так далее. Это, скажем, такой вопрос. Насколько Анар Мялим возьмет этого студента, который придет и скажет: Анар Мялим, я буду работать после обеда, еще я могу работать по субботам и воскресеньям. Анар Мялим скажет: извини, мне таких работников не нужно. Мне нужно с 9 до 6. Ну, давайте спросим его самого. На самом деле нет, я сам так работал. Он все равно ограничивается. Я работал полдня, при том, что я работал, сейчас это самый крупный, один из самых крупных порталов в стране информационных. Я работал в First News, я работал с обеда после занятий, у меня была как-то первая смена называется, то есть, и полдня, но, правда, я работал допоздна, учился вечером, и я не скажу, что я был слабым студентом, у меня не красный диплом. Чего мы хотели бы еще, значит, в масштабах или формате, значит, часа предпринимателя. Значит, очень удачно у нас получились вопросы, связанные с обращением и с информированностью, информациями для, значит, предпринимателей по поводу проверок, отчетности, налогов. Ну, мы еще, я думаю, что еще... Тоже будем возвращаться к этим темам. Да, к этим темам будем. Это было очень интересно. Кстати, недавно, буквально вчера ко мне, значит, обратился товарищ, он, значит, предприниматель, мы давно друг друга знаем, и он говорит, что очень, говорит, четко, значит, по тому, как вы излагали в вашем часе предпринимателя, значит, была проверка, четко поставил вопросы, как вы сказали, проверка пришла, открывая ворота, пусть заходит, проверяет. Но закон есть закон, то есть уже, вы понимаете, этим мы еще учим предпринимателей адекватно относиться ко всем этим процессам. Значит, информированность предпринимателей, умение, понимаете, очень большая проблема сейчас стала, значит, особенно в микробизнесе это будет еще большая проблема, чем в среднем, да, и думаю, в мелком тоже, это отчетности разные и так далее, и тому подобное. То есть я смотрел литературу во всех странах, и мы к этому стремимся, и почти близко подошли, очень упрощенный налог, налоговые ставки, но есть помимо налога, есть и другие отчисления и так далее, да и самому, вы знаете, предпринимателю необходимо вести свою бухгалтерию, то есть он сам должен, понимаете, знать, он на каком этапе он выигрывает, имеет, значит, положительный позитив от бизнеса, на каком этапе он проигрывает и что ему необходимо делать для того, чтобы у него прибыль была больше. То есть я считаю, что в этом направлении наша программа действительно это правильное направление. Мы будем помогать предпринимателям одновременно быть более информированными. Далее, какие еще можем возможности предлагать, чтобы предприниматели были более спокойны. Мы им всегда говорим, вы можете обратиться, допустим, есть такой вопрос, обращайтесь по такому-то телефону. К нам снова обратились. Снова и обратились. И помимо вопросов трудоустройства, нас теперь просят, помните, мы говорили в одной из программ о грузоперевозках, это было сказано, о том, как свой товар, к примеру, из региона доставить в столицу или кому реализовать. Вот сельское хозяйство, да, там урожай составил 1,5 тонны, тот, который обратился, он выращивает нут, турецкий горох. И говорит, у меня вот урожай 1,5 тонны. Я вас очень прошу, Хаял Ханум, помогите мне, куда обратиться? Мы должны этим гордиться. Где, куда реализовать этот товар? Но мы обратились, так как мы представляем профессиональную консультацию. Соответственно, у нас есть связи с Министерством экономики и с другими структурами. Я обратилась, спросила, куда может этот предприниматель обратиться.
И мне сказали, что есть у нас вот такая структура, открытое акционерное общество, заготовка и снабжение продовольственной продукции. Очень легко, сайт на трех языках, я сама зашла, сразу посмотрела, проверила. На английском, русском, азербайджанском. Там есть подраздел, как с ними связаться, что написать. И они действительно реагируют сразу же и помогают. Ну, видите, это большая практическая помощь. Ну, дело в том, что вот я, уважаемый Руфат Мам, очень правильно сказал о том, что вот передача дает возможность, знаете, вот информировать, вопросы очень самые разные. Но здесь есть еще одна подоплека, в принципе, задача, которую решает сегодня передача. Это плюс ко всему еще. И вот есть еще чиновничий аппарат. Да, это взаимоотношения чиновничного аппарата с предпринимательством. Господин президент неоднократно говорил о том, что институты, государственные институты, они непосредственно работают на предоставление услуг гражданам, а граждан это и есть предприниматели. Да? И в принципе передача выполняет вот, функции, с одной стороны, это взаимоотношения между государственными институтами и предпринимательством, и предпринимательство государственными институтами. Смотрите, очень простая ситуация. Да, информированности когда, очень мало действительно. Да, когда, люди когда, не знают, куда обратиться. Здесь даже дело в том, что вот, предприниматель обращается, но он даже... Он в принципе может это все решать, но он не знает, какое отношение будет к его деятельности со стороны, допустим, государственных структур. То есть он и здесь как раз-таки государственная структура. То есть освещать, освещать вот эту деятельность соответствующих, соответствующих государственных структур. Да, необходимо. Чтобы к ним было и больше доверия, и больше к ним обращались. И чтобы, в конце концов, я опять вам скажу, что когда мы говорили о изменении стереотипа в обществе отношением к предпринимателям, здесь надо отметить, что вот этот благоприятный климат, который создается руководством страны, и здесь действительно тоже есть огромный непочатый край работы, когда надо предпринимателям как-то объяснять или им с таким подтолкнуть его к тому, чтобы он сам обращался, решал свои вопросы. И, естественно, если возникнут какие-то еще проблемы, он может обратиться к нам. Да. Предприниматель и предприниматель – это уникальный талант. Просто человек. Или у тебя получается, или не получается. Да, он человек, человек. И здесь надо еще понять одно. Столько существует государственных структур, понимаете? Они-то, они каким-то образом находятся и в соцсетях, и в каких-то этих самых, но к ним предприниматель сам тоже должен искать выходы. Да, мы будем первыми проводниками, будем помогать, чтобы они нашли, состыковались. Дело в том, что интересная ситуация сегодня, государственной структуре тоже важно и интересно тоже найти вот такого предпринимателя. Идти навстречу все-таки. Да, ему интересно, потому что получается, мы сегодня... такие посредники. Да, мы посредники, да. Верно, притом, абсолютно верно. Притом посредники без каких-то альтруисты, скажем так, да. Без каких-то меркантильных этих самых отношений. Здесь весь вопрос в том, что наши предприниматели тоже должны быть активными. Они должны тоже искать, находить. И опять-таки я говорю, что в этом-то мы им будем помогать. Какие есть структуры. Сегодня практически сформировался этот кластер государственных, услуг, институциональных, которые должны работать с предпринимателями. Да? Я отдельно хочу отметить Министерство экономики. В Министерстве экономики я... четко посмотрел, работа налажена, даже одни открытия торговых домов. Что это означает? Это прорыв. И я вам скажу, что вы думаете, что в других странах есть такие? Нету в других странах. То есть другие страны таким вот, правда, во всех странах это послы, это есть, определенного вида дипломатия такая, экономическая дипломатия, пробивать свои товары, торг-представительство. Именно концепция торговых домов, концепция то, что государственные структуры есть непосредственно нацеленные. Видите,
мы поискали, хотя я даже не слышал, что есть такая организация. Вы понимаете, да. Это тоже и мне минус, и, естественно, минус, значит, нашим предпринимателям. Я тоже не знала, но да. Это из Министерства экономики вот, сообщили, что есть. Да. Дело в том, что вот как раз-таки, вот правильно вы сказали, здесь, конечно же, есть огромная ошибка предпринимателя. То есть он произвел продукцию тогда, когда и сам даже не знает куда каналы. Да. Когда, допустим, какой-то вид сельской продукции в этом году продается дорого, а люди, фермеры, значит, на следующий год, они что делают? Они все остальные продукции, культуры, приостанавливают, начинают. Это нормальное, значит, явление, но... Не совсем правильное. Не совсем правильное, но я вам скажу, допустим, в Италии, я это с этим сталкивался, в Италии, во Франции, в некоторых других городах, есть определенные подразделения, значит, в Министерстве сельского хозяйства и экономики, которые занимаются индикативным планированием. Угу. Есть две формы, да, есть директивные и индикативные. То есть они что? У них есть список этих предпринимателей, и они просто, значит, общаются с этими предпринимателями, и они говорят, в этом году планируется, что если вы будете сажать там один вид сельскохозяйственной продукции или выпускать нечто другое, скажем, у вас приблизительные продажи количественные будут такие-то. Рекомендуем вам, допустим, часть, допустим, продукции сделать такой-то. И, соответственно, и цена тоже, в принципе, средняя цена, которая, по которой они могут реализовывать. Да. И плюс, ну и да, эти информации это уже касается, как максимально можно, потому что, ну, государство не несет ответственности. Помните, я вам сказал, государство, у нас интересное есть это самое. Я вам говорил о беседе с министром экономики Азербайджана, уважаемым Шаймалем. Он сказал, что есть некоторые продукции, особенно вот сейчас вот это типичные, скажем, наши вина, коньяки и так далее, там некоторые уже. Он сказал, что продукции. Да, он сказал, что я согласен даже, заключать контракты в лице как Министерства экономики, которое дает гарантии, что такая-то продукция. Это, кстати, очень похвально, и я бы сказал, что было бы хорошо, если бы другие министерства тоже оказывали вот такую помощь нашим. Вот таким надо оказывать помощь Хайлаханам, у которого 1,5 тонны, 3 тонны, 2 тонны, потому что крупные компании, они всегда находят. Интересно такой момент, когда вот передача, говорят, все-таки вот передачи «Предпринимательский час», выявляются такие вот слабые и сильные позиции предпринимательства, да, выявляются ошибки, которые совершают предприниматели, и объясняется, что все-таки как нужно это делать, да, чтобы потом не выходить, не попадать в такую критическую ситуацию. Прежде всего, все-таки вот передача, она дает возможность выявить вот эти слабые стороны с тем, чтобы их несколько, скажем так, усилить. Слабое звено, да. А. Вот предпринимательство, само по себе, в процессе предпринимательства, в предпринимательской сфере, в процессе предпринимательства, какое звено, как вот сказал Руфат Малим, является наиболее слабым. И мы, как мы видим, здесь все-таки все еще является такое слабое звено. Это информация, да, доведение мало. Информации, это взаимоотношения между институциональной, скажем так, составляющей и предпринимательской, индивидуальной составляющей. Это, по сути дела, кооперация между бизнесом и государством. Увеличить частоту передач. Говорят, неделю это мало. Правильно. Это очень мало. Это говорят. Правильно, поскольку все-таки предприниматель, который взялся за это дело, а это очень сложно, вот Анар Мялим сказал, это риск. Да, это риск, с которым он сталкивается, ему все время нужна информация, ему все время нужно, что о нем думают, он не один. То есть человек, который начинает заниматься предпринимательством, часто думает, что он останется один со всеми своими проблемами. И как раз-таки передача дает ему вот некую такую уверенность в том, что ты не один в этом, да, поле, ты не один, как говорится, поле воин. Есть определенные структуры, есть государство, есть общественность, которая... в принципе, думает о предпринимательстве. Почему? Потому что, вот Руфат Малим правильно сказал, да, вот, уважаемый депутат говорит, что все-таки 50% ВВП, которое создается за счет предпринимательства, да, среднего и малого бизнеса, можно уже сказать, что это довольно-таки диверсифицированная экономика. Это довольно-таки очень устойчивая подушка экономической, скажем так, безопасности и экономической устойчивости. Вот как раз-таки передача, скажем так,
некто такого вот коррелирования, да, повышение доли среднего и малого бизнеса в экономике Азербайджана, здесь, конечно же, участие этой передачи, в принципе, вот здесь вот очень, очень интересный факт, насколько вот эта вот передача сегодня, предпринимательский час, будет влиять на повышение доли среднего и малого предпринимательства. Хорошая передача. Да, хорошая передача, актуальная передача в самом деле. И здесь, конечно же, нужно все-таки определять очень и очень актуальные вопросы. Допустим, вот мы сказали насчет трудоустройства студентов, открытие среднего и малого бизнеса со стороны студентов, да, или молодых специалистов. Но в то же самое время огромная проблема связана с финансом, с финансовыми источниками, то есть выявление, вот, допустим, в Индии, да, вот в определенный период банки, вообще само по себе финансовое это обеспечение было где-то около 6-7%, да, со стороны банков. Но сегодня это почти 63%. Почему? Потому что государство стало определять стимулы, мотивации и результаты. А вот как раз-таки, опять же, передача дает возможности показать, какие есть стимулирующие факторы для развития предпринимательства. Второй – мотивация. В чем будет заключаться мотивация и какой результат будет от предпринимательской деятельности. Конечно же, я полностью согласен и с тем, что передача «Предпринимательский час» является довольно-таки актуальным и, безусловно, будет влиять на развитие предпринимательства и среднего и малого бизнеса в Азербайджане. Как понять, что ты можешь заняться бизнесом? Можно я вот скажу? У нас был гость из немецкого университета, профессор, который непосредственно занимается семейным бизнесом, средним, мелким предпринимательством. И когда мы ехали в один из районов, профессор увидел то, что на дорогах продают вот эту вот продукцию, которая сельскохозяйственная продукция. И, в принципе, он сказал, вообще-то у вас мелкий бизнес хорошо развит. Единственное, что вот эти самые люди, они просто не находятся, скажем так, в реестре. То есть они... Вот здесь, в принципе, проблема. Я спросил, в чем проблема. Когда проблема в том, неформальная экономика. Это неформальная экономика. То есть говорит, нужно этим людям создать стимулирующие, мотивационные, скажем так, возможности для того, чтобы они прошли этот реестр, чтобы они, скажем так, обозначили свой бизнес как мелкий бизнес, а для этого нужно все-таки это и снижение процентной ставки, там самое, скажем так, упрощенное и налогообложение, упрощенное это получение финансов и так далее. Мы к этому идем. То есть, в принципе, по мнению немецкого профессора. Это уже большой плюс. Это большой плюс. Это у вас все как-то хорошо. Нет, наш народ, он очень предприимчивый. Очень, да, в самом деле. Очень предприимчивый, да. И я хочу сказать, что, наверное, по предприимчивости мы на территории постсоциалистического лагеря, наверное... Соглашусь. Мы первые из первых. Наша программа потихонечку подходит к своему логическому завершению. И в конце, Анар, хочу обратиться к вам и спросить вас. Вы когда начинали свой бизнес? Когда столкнулись с первой трудностью? Я уверена, что было такое. Как вам удалось не испугаться, не свернуть с намеченного пути и продолжить? На самом деле, я начинал с очень маленьким бюджетом, и у меня не было иных вариантов, кроме как много и усердно работать. То есть мы просто очень хотели, чтобы это получилось, и сейчас вот 7-й год, когда мы на рынке, и работа продолжается. То есть я думаю, что в любом бизнесе есть свои алгоритмы и процедуры, выполняя которые, ты можешь хотя бы обезопасить его и сделать так, чтобы он работал. То есть это все построено на каких-то... Это не бином Ньютон, не rocket science, да? То есть кто-то уже до тебя это сделал. Всегда был кто-то, на кого ты можешь обратить внимание, и у кого ты можешь перенять какой-то пример. Есть какие-то алгоритмы и процедуры, как внутри компании, так и в работе с клиентами и все прочее, которые помогают тебе оставаться хотя бы на плаву. Если ты хочешь развиваться, работай по 18 часов в день, все будет хорошо, мне кажется. Мы сейчас вот затронули очень один интересный момент. Как понять, предприниматель ты или не предприниматель? Не предприниматель. Мне кажется, то есть если есть идея, если ты готов идти за этой идеей, ты сможешь очень много. Потому что на самом деле все бизнес-процедуры, все бизнес-процессы, они так или иначе отлажены. И если ты не можешь пригласить консультанта, который тебе их поставит, укради их хотя бы. То есть, но сделай что-то, чтобы бизнес работал.
Есть один потрясающий пример, который меня всегда поражал. В UK есть компания, у которой очень большие обороты. Это не миллионы, а миллиарды фунтов. Компания занимается, вы удивитесь, производством пластиковых солдатиков и красок для... Это средства для коллекционеров. То есть они не производят там какие-то высокоточные компьютеры, они не производят, я не знаю, сельское хозяйство, какую-то технику огромную. У них очень простое производство. Они, ребята в Великобритании делают дизайн, китайский подрядчик, он производит, собственно говоря, сам материал. Это все развлечение для коллекционеров, но они приносят компании, если я не ошибаюсь, по-моему, 9 миллиардов фунтов оборота, может быть, 90 миллионов. Но я помню, что что-то, что там, там выше на десятки, то есть, идет. То есть очень, сумма очень крупная. И когда ты понимаешь, что компания, в принципе, производит игрушки, и они производят один сегмент игрушек, это маленькие солдатики по 1-2 сантиметра, и такие деньги. Если есть идея, и если есть люди, которые идут за этой идеей, я слышал, просто читал про них, как они начинали, то есть всегда все получается. Главное, чтобы была идея. Ну, верить в эту 18, идею. Да. И 18 часов работать. Да. И, соответственно, да, работать для, ради... Для идеи нужно образование. Хорошее образование. Без образования идея никогда не появится. Спасибо большое, господин Ибрагимов. Время нашей программы подошло к концу. Встретимся мы с вами уже в сентябре. Передача уходит, как я сообщала ранее, в краткосрочный отпуск. Однако WhatsApp номер программы остается активным, и наши эксперты продолжат отвечать на ваши вопросы. Повторю, номер, на который можно и нужно обращаться, плюс 994-77-780-18. На вопросы телезрителей сегодня отвечали Руфат Гулиев, наш ведущий эксперт, идейный автор передачи, депутат парламента Азербайджана, доктор экономических наук, профессор. Спасибо. Вы еще в Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству в парламенте Азербайджана. Муслим Ибрагимов, заведующий кафедрой экономика Русской экономической школы ЮНЕК, доктор экономических наук, профессор. Анар Мамедов, предприниматель, специализирующийся, да, в области рекламы. Спасибо еще раз вам за то, что пришли, нашли время для нас и присоединились, ответили на вопросы телезрителей. Обращайтесь к телеканалу CBC за профессиональной консультацией. Еще раз напоминаю, номер, на который можно и нужно обращаться, плюс 994-77-780-18. Всего вам доброго и до встречи!